Тема по обслуживанию колодцев особо актуальна в зимний период. От жителей города поступает множество вопросов и претензий по поводу очистки колодцев и подходов к ним. В настоящее время колодцы переданы на баланс управляющей компании «Жилкомсервис». Очистка самых востребованных колодцев города в зимний период производится еженедельно. Очистка остальных согласно заявок граждан. К работам, не требующим специальных знаний, привлекаются граждане, направляемые в «Жилкомсервис» на исправительные работы. Есть основные колодцы, в которых производится основной забор воды граждан города. Эти колодцы 4 у нас тут. Находятся они по адресам: улица Свердлова, улица Ленина, улица Боровая и улица Пролетариата. Эти колодцы мы постоянно проводим мониторинг этих колодцев на предмет их загрязнения. По мере того, как колодцы обрастают льдом, производится очистка от льда. Замена неисправности колодца, то есть это ведра меняются, это меняются цепи, крышки колодца. В общем-то, в основном такая производится работа. Остальные колодцы, которые находятся у нас в городе Буи, обрабатываются по заявке граждан. То есть поступает заявка от граждан, и мы едем по этой заявке и обрабатываем колодец. Так, а вот эти колодцы, 4 основных колодца, вы сами мониторинг проводите? Как часто? Мониторинг основных колодцев провожу я сам. Это каждый день, по второй половине дня, объезжаем колодцы, смотрим, в каком они состоянии. Если они требуют обработки, значит, на следующий день мы это вводим в дневной план, и по этому плану обрабатываем колодцы. Вот сегодня мы обрабатываем колодец Свердлова. По плану он у нас на сегодня стоит. По обработке. А как часто вообще вот в этом году приходится чистить колодцы? Все зависит от погоды. Если погода морозная, в этом году морозная погода, то приходится делать это практически очень часто. Колодец при температуре ниже 30 градусов обрастает льдом буквально за одни сутки. Угу. То есть через сутки его уже можно чистить. Уже можно смело чистить. А вот эти заявки от жителей, которые к вам поступают, они куда могут позвонить? Жилкомсервис, да? Они могут позвонить в Жилкомсервис, они могут позвонить непосредственно мне на телефон, вот, а также они могут звонить в администрацию. Ну, это тоже вопрос основной зимой, это как раз вот для того, чтобы расчистить колодец от льда, да? Ну, основное, да. Основное на летом колодцы обрабатываются по-другому, там проводится дезинфекция колодца, то есть обработка, откачка воды после этого, замена цепей, крышек, ведер, это уже ремонт колодцев более проходит. А зимой это просто обработка от льда, чтобы был доступ к колодцу, чтобы можно было свободно набрать воды, не поскользнуться, соответственно, и не получить травму.